Здравствуйте, рады мои. А кто вам не рад, тоже здравствуйте. Вот сегодня у меня разговор, что ли, как сказать, с молодым, блин, на неопытным свиноводом. И что-то там разговорились, и он говорит, вот кастрировать яйца крутит зачем-то вот так. Он говорит, как-то крутит вот так вот. Я ему говорю, да крутить надо обязательно, крутить. А смотрю, он как бы, ну, не вкурит, не понимает, зачем все. Давайте я все расскажу. Может, кто не знает, для чего крутят яйца, когда кастрируют. Вот смотрите, если вы возьмете какую-нибудь ленту, ну, целлофаном, допустим, скотч, бумажный или вот такой вот, как целлофан это, изоленту, хоть что-то вот длинненькое. Допустим, там привязали аккуратненько, вот их прицепили где-то, ну, крепко все. И, ну, какой-то длиной он там, неважно какой длины. И вот за этот конец берете и начинаете его тянуть, тянуть. Что произойдет? Порвется, рады мои, вот начнет растягиваться возле руки, возле вас. Понимаете? Не там начнет растягивать. Но если, конечно, расстояние, ну как, размер одинаковый, все. Может там тоньше будет, и там порвется. А если размер так одинаковый, тянуть будет, порвется вот здесь. Понимаете? Хоть что, начнет растягиваться, вот так все остальное, а рядом с рукой. Вот. А если начнете закручивать, вот эту же ленточку тут, закручивать начнете, ну, если оборотов сделать там 5, 6, 10, там, примерно так вот, 15 оборотов сделайте, начнет закручиваться. Но закручиваться опять же рядом с вами. Все дальше. Там закручено не будет. И когда будете уже рвать вот этот вот кусочек закрученный, рвать, порвется уже там, где закручено, не порвется никогда. Порвется там, где ровная. Но опять же рядом с вами, рядом с закрученным порвется. Также вот здесь яйца. Когда яйцо берете, вот так отрезаете, яйцо вот выдавливаете, вот так сказать, начинаете закручивать. Оно начнет закручиваться вот возле яйца, ну как. И когда отрываете, порвется внутри. Дальше. Не снаружи вот здесь, а внутри. У меня вот просто опыт был. Кастрировал маленьких поросяточек, маленьких, еще по персам. А яички-то маленькие, рады мои, прям крохотные, вообще как бабу, блин. И скользкие, а он же еще дергается, рады мои, дергается. И вот вроде вырывается. У меня еще мысля такая была, надо как-нибудь там буду делать прищепки такие железные, видишь, такие канцелярские железные, маленькую такую прищепочку. Просто взять к ней и рычаг вот такой. Я так думал, так яйцо выдавить, причем шпот, и так закрутить, пык, отрывать. Чтоб и быстро будет, и. Ну вот. Так я вот открутил, вот так, мучился, вырывается, ну так, а он же орет, пока тут опять отрывается, он дергается. Ну вот докручу, оторвал. Закручу, так второй оторвал. Ну и так, а их же вот так дофига. Там минимум 8, наверное, все кастрируется. Ну, не 8, ну там 5-6 примерно. И одному как-то думаю, поленился, взял, так просто так оторвал. Просто взял так уже, не стал крутить так следим, так думаю, попробую крутить так же. Взял так, ну и оторвал. И жилочка торчит одна, понимаете? Порвалась где-то вот здесь, а жилочка торчит. Ну я так ее вроде тянуть, она не отрывается. И я этого упихал. Ну все, отпустил потом. А то смотрю, у него торчит. Ну так, смотрю, торчит ниточка-то вот эта, как вот жилочка-то. Еще мысль такая, загниет, не загниет она, ну как торчит. И рада мы вроде зажила, но он такое ощущение, что было вот так визуально, смотрите на него, на эту поросенка. У него там такое, как ждутие было сзади, как будто не кастрированный. Понимаете? Как будто с яйцами. Я так, все, и уже вырос он уже, колоть пора, и так, знаете, как брезгую. А вдруг там гной, вдруг там что-то такое. Вскрытие показало, там, рады мои, как, блядь, зарубцевалось, мясо просто, мясо. Ну тоже отрезали, как обрезали. Но смысл-то в другом, что вот это вот крутить-то надо, рады мои, чтобы оторвалось изнутри, внутри, рады мои. Чтобы ничего не торчало. Меньше, чтобы загодило, меньше, чтобы проблем-то не было, понимаете? Вот еще, рады мои, крутить надо яйца обязательно. Несколько раз покрутите, так, оторвете, и там уже. Его там чем там положено. Все. Может, кому полезно.
Ладно, лайки, дизлайки. До свидания, родные.